Сегодня 18 июня, 170-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 196 дней. Сегодня отмечается Всемирный день вязания на публике. В этот день, в 1583 году, состоялось первое страхование жизни. В 1817 году в Лондоне был открыт мост Ватерлоо. В 1889 году американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. В этот день, в 1959 году, впервые была передана телевизионная передача из Англии в США. 18 июня в 1936 году скончался Максим Горький, русский и советский писатель, драматург и общественный деятель. Сегодня именины отмечают Леонид, Марк, Петр и Федор.